Всем привет! Вы на канале «Обратная география». Сегодня я бы хотел вам рассказать, на что способен богомол в деле. Интересно? Тогда погнали! На этом видео наш богомол нападает шершень. Шершень очень сильно себя ведет и нападает на богомола. Вскоре он отгрызает ему голову и начинает его пожирать. Но на самом деле богомол может победить шершня. Например, на этом видео богомол напал на шершня и начинает его поедать. Посмотрите, на что способны его очень сильные и мощные челюсти. Он прогрызает панцирь шершня легко, как будто для него это печенька, а вовсе не твердый хитин. На этом видео богомол сидит на скорпионе и что-то ест. Скорпион ничего не предпринимает, а богомол спокойно сидит. Но тут начинается схватка. Богомол стал цепляться своими клешнями за клешню скорпиона и ничего не делает. Но потом скорпион начинает отходить от богомола, но богомол к нему прицепился. Скорпион не хочет предпринимать никаких решений, потому что знает, это не такой сильный противник. Уважение к скорпиону, потому что он не обижает слабых, как это предпринято. Он просто хочет избавиться от богомола. Но потом богомол его достает, и он держит его. А на этом видео богомол напал на сороконожку. Сороконожка ничего не хочет сделать богомолу, но этот безжалостный хищник отрывает ей лапку за лапкой и начинает ее пожирать. Вскоре богомол просто поедает сороконожку живьем. А на этом видео богомол схватил тарантула. Он начинает его есть. Да, этот тарантул был очень маленьким, но на самом деле тарантулы — это очень большие и величественные пауки. И такой маленький богомол не справился бы с тарантулом, королем бабуинов. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы мы не потерялись. Не забывайте голосовать в комментариях. Всем пока!